Какой вопрос задает себе каждый абитуриент при поступлении? Конечно же, что же меня ожидает в университете? Я тебе говорю точно, в МГУ имени Николая Платоновича Огарева тебя ожидает многое. И творчество, спорт, и учеба, и, конечно же, научная деятельность, которая является основным направлением. Ты можешь участвовать в грантовых конкурсах, можешь участвовать в конкурсах по стипендиям и также быть призером и участником многих международных конференций, а также олимпиад и конкурсов. Активная студенческая жизнь мне дал много друзей, море эмоций и хороших воспоминаний. Со второго курса занимаюсь активной студенческой жизнью, организовываю различные мероприятия для иностранных студентов студенческого городка. Благодаря своей общественной работе я могу не только развиваться, но и помогать иностранным студентам, которые приезжают сюда при адаптации в новых условиях. Мой друг мне сказал, Мордовия, МГУ, это очень красивый, это очень хороший университет. Я тоже смотрю онлайн. В России это очень хороший университет. Да. И потом я здесь приехал, я смотрю, да, это красивый, общежитие тоже красивый, все факультет очень красивый и очень удобно. Да, здесь очень удобно учить. Я все любит. Самая большая часть жизни – это в университете. Если у тебя способ, чтобы наслаждаться в университете, например, участвовать на мероприятии не как здесь вообще, участвовать на колорите, показать свою культуру и так далее. Это просто прекрасно. Просто прекрасно. Этот институт, потому что мне безумно нравится петь, мне нравится выступать на сцене, мне нравится быть в центре внимания. Я люблю, когда на меня смотрят другие люди. Мне нравится отдавать позитивную энергию народу, зрителю. Институт мне позволил больше выступать на сцене, участвовать в конкурсах не только в Мордовии, но и за ее пределами. Когда приходишь в институт, ты заряжаешься положительными эмоциями. На самом деле не хочешь уходить. И даже когда сидишь на 7-м этаже в нашем институте, смотришь в окно на горящие огни Саранска, думаешь, как хорошо. Еще недавно я был шестикурсником медицинского института. А уже сейчас врач-ординатор, оториноларинголог. И мое решение продолжить обучение именно в Мордовском государственном университете не случайно. За 6 лет я понял многое. Знания, опыт, практика, творчество, волонтерская деятельность. И это далеко не все, что дал мне институт. Здесь ты найдешь людей, готовых помочь раскрыть твой потенциал, которые научат, расскажут, покажут и закрепят вместе с тобой весь материал, чтобы ты выпустился грамотным специалистом, знающим свое дело до мелочей. И если ты готов стать частью активной, творческой, запоминающейся студенческой жизни, то Мордовский государственный университет именно для тебя. Ну а я могу уже сказать ему спасибо. Спасибо, Альма-Матер.